Огненные барабаны. Битва трех королей. Аллах Акбар. Он приложил свой палец ко рту. Этим он нас просит не сообщать о его смерти. И мы будем молчать. Никто, кроме нас, не должен знать об этом. Прощай, мой друг. Никого не впускать сюда до полной победы. Я пришел сообщить Его Величеству о победе правого крыла. Враг разбит. Я привел сотни пленников. Прекрасно, Шакра. Теперь собери своих людей и помоги стрелкам Гузмана. Им приходится туго. Иди. Хорошо, господин. Аллаху Акбар! 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 Ассаляму алейкум! Иди оденься, Ахмед. Ты теперь наш султан. Настоящий Христос – это свобода, это любовь. И даже если тысячи христиан погибли сегодня, я радуюсь победе свободы и справедливости. Во имя Господа Вечного Совет Улемов провозглашает тебя султаном. Шерифы и военачальники всей армии признают вас султаном.
Ахмед Эс-Саади, достойный преемник Абдель-Малека Саади. Ахмед, сын Мохаммеда Эшейха Эль-Махди, сына Мохаммеда Эль-Каим Беатриллах, сына Абдеррахмана, сына Али, сына Зидана, сына Мохаммеда Абу-Арафа. Аль-Мансур, Бог есть Бог, никто не может оспаривать его величину. И сегодня он призвал к себе Мулая Абдель-Малека. Да будет легкой ему земля. Да здравствует Аль-Мансур. Ахмед Аль-Мансур, твое имя будет вписано в вечные книги. Молния обрушилась на равнину Аль-Казар, и твой враг сгорел. Несчастье тому, кто бросит вызов твоей сабле, Аль-Мансур. Да здравствует султан! Да здравствует Аль-Мансур! Нужно будет завтра написать турецкому султану Мураду. Ты составишь письмо. Нечто в таком роде. Всемилостивейший Господь подарил моей славной армии победу, которой не знал ни один, даже самый великий султан. Хвала Аллаху, властителю мира. Вот уже слова воистину подобраны так, чтобы разгневать того, кто именует себя величайшим султаном, тенью Бога на земле. Пусть привыкает видеть во мне равного себе и даже больше. Все завоеватели империи убеждены, что лучше казаться великим в глазах других и быть лучшим. Если это так, то мы создадим империю. Да здравствует султан! Да здравствует султан! Как он изменился. Был таким неуверенным, а стал львом. Характер человека непредсказуем. Даже за теплым ветерком может скрываться буря. Аль-Мансур! Аль-Мансур! На поле битвы в крови был потоплен твой враг. Аль-Мансур! Передай свой меч кому пожелаешь, и забери его, когда пожелаешь. Война никогда не бывает последней. Когда уничтожен один враг, всегда находится другой. Как это страшно, что война никогда не будет последней. Сухейля бен Барки снимались Ларби Догми, Хавье Лайола, Андрей Подашьян,